посмотрели фильм «Искупление», братья сразу за работу принялись дрова готовить. Дождь шел весь день, полдня. Господь дал время отдохнуть. Сырая. Такая, наверное, шуш пойдет. Нет? Пойдет, там их надо по краешку обкрамсывать. Колется, да? Нет. Ничего себе, какой способ придумали. Ну. Это Александр умудрился. Мне сейчас надо не ударить лицом в грязь. Не-не-не. А ты выбрал? А ты хорошо ударил, мне кажется, пойдет. Комментарий хороший будет, не переживай. Еще пару ударов, нет? Она должна пойти. Я надо сбоку просто бить и все. Давай я. Подожди, подожди, вот отсюда. Вот, вот отсюда надо убить просто и все. Ну, а, сейчас нет, вот отсюда почему? Ну, выбирайте варианты какие сложные. Не-не-не, сложные. Легких путей не ищем, знаешь. Тогда вот сюда. Нет. Вдоль. Вот так вот надо, вот так вот ударить. Так? Да, да, да. Чем меньше чутка, тем она лучше отколоться. Надо еще раз ударить. Твоя победа. Ого! Да. Все, победили. Сейчас следующий, смотри. Сейчас следующий вот так, где как-нибудь бей вот так вот. Чтобы... А вот это полено будет мешаться сейчас. Подожди, давай еще попробуем. Добейте вот так. Это надо как? Убери его, да, все. Извращение какое-то. А ты между ними вот. Не-не, вот так бьется, вот так бьется. Сейчас она я еще совет. Все. Вот так вдоль. Бей. Немножко что-то расщиплю. Сейчас еще раз. Все, я устал. Пошел дальше бить.